Впервые триколор был поднят в 1668 году на флагманском корабле первой на Руси флотилии. Его белый цвет – символ чистоты и благородства, синий – верности и веры, красный – отваги и мужества. 20 января 1705 года Петр I официально сделал триколор флагом торгового флота. В царствовании Александра II был утвержден новый имперский государственный флаг. На нем были другие цвета – черный, желтый и белый. В 1865 году вышел именной указ Александра II, в котором цвета черный, желтый и белый уже официально были названы государственными цветами России. В России было сразу два флага. 28 апреля 1883 года было объявлено повеление Александра III, в котором говорилось, что государственным флагом станет исключительно бело-синий-красный флаг. В 1917 году Временное правительство сохранило его, а 22 августа 1991 года над Белым домом в Москве был официально поднят трехцветный российский флаг, заменивший в качестве государственного символа красное полотнище. Так поднятый впервые более трех столетий назад бело-синий-красный триколор сегодня один из главных символов Российской Федерации.